Не, ну первый запуск прошел успешно, я считаю. Я альтабнулся опять что-то там пофиксить, у меня OBS улетел на первый экран, нахуй, из-за того, что игра великолепно меняет разрешение каждый раз, когда альтабаешься. И у меня завис OBS опять. И для того, чтобы это пофиксить, пришлось ребутать комп полностью, потому что OBS нормально не закрывался. Великолепно, великолепно. Закончилось смачно, блядь, и стрим упал. Ну, потому что она заебала. Я говорю, я, типа, что-то поменял в настройках, она сменила разрешение, нахуй мне все повесило. Великолепно. Ладно, попытка номер два. Поиграть в эту хуйню. Пиздец просто. Значит, опять громко, да? Сейчас опять альтабнусь, и опять все у меня сломается, нахуй. К ебеням. Пиздец просто. Управление. Табуляция, Q, Shift, блок, прыжок, действие E, выпить пиво и чувствительность мыши. А давайте здесь настроим музыку. Хз. Принять. Бля, опять. Я просто, сука, поменял настройки звука. Пиздец. Бля, сейчас опять чуваки нахуй все зависнет, и все упадет. У меня OBS улетает на второй монитор, я поэтому альтабуюсь. Ладно, все, короче, я больше не трогаю настройки, я заебался. Новая игра, давайте, да. В пизду, нахуй, лучше ничего не трогать. Блять, такой понос. Давайте, попытка номер два. Зачем вы продолжаете? Чтобы охуеть, наверное, от того, какое бывает в Стиме опять в очередной раз. Вот она, спустя три игры они такие выпустили проект, который... который как раз-таки должен был бороться с этим совсем. Изначально же он начал делать игры, насколько я помню, из-за того, что в Стиме было засилие вот таких инди-игр. Я был обычным пацаном из Егорьевска, и дела мои шли хреново. После того, как я окончил 9 Сколько классов стоит это? школы и 400 вылетел рублей. из шараги, я сел на Минус шею 400, мамки да. и бездельничал. Смотрел по вечерам стримы папича, играл в дотку и сосал пиво во дворе. Не было ни денег, ни перспектив. Даже местная красавица Наташка не хотела мне давать, что привело меня к отвратительной зависимости от мастурбации на аниме. Как можно вылететь из шараги? Ну, смотреть стримы папича, он же сказал, сосать пивас. Но все изменил один прекрасный момент, когда мы Здесь с все корешем по объясняется. кличке Понос сосали Певчанский на турниках. Он сказал мне, что в нашем дворе открылось отделение ЛДПР, и он уже вступил туда. Я тоже решил, что раз не умею ничего делать, кроме как дрочить, то пора идти в политику. Обучение. Это количество пива Сергея из Егорьевска служит для восстановления здоровья X по умолчанию. Да, это ХП реген. Рубли Сергея из Егорьевска. На рубли можно приобрести пиво для восстановления здоровья. Пинок Q, настать оружие H. Ты в прошлый раз прям скипнул быстрое обучение. Это был знак, что нечего скипать. Е взаимодействие. Но здесь, видимо, не с чем взаимодействовать. То есть у нас чисто кровать, портрет и пека. Реально, идеальное место для стриминга. Не хватает только какой-то вебки, второго моника там. Системник как-то стоит вообще, не знаю. У меня вот системник на столе стоит. Кто-то вообще так бы поставил системник. Бля, пиздец, тут освещение RTX прям. Кстати. Так. Задача вступить в партию. Тут есть карты, если что. А где, собственно говоря... Господи, а что происходит? Жесть. А как... Как нам будет двигать карту? А, ну то есть тут нам надо прямо и налево. Все, понял. Трейлер Atomic Hearts. Да, я думал я... Ой. Я думал, я посмотрю его на стриме, пока будет скачать, но оказалось, что игра весит чуть более нихуя, и она скачалась за пару минут. Поэтому да. Так, там постер я хотел собрать, и на этом игра у меня вылетела.
Вы подобрали листовку ЛДПР, осталось еще 69. Круто, круто. 70 листовок. Достойное занятие. Шурма у Ашота. Ну вот это как в Киберпанке, кстати, тоже наебало сплошное. Куча точек, с которыми никак нельзя повзаимодействовать. То есть просто... просто локации и ничего более. Отстой какой-то. Это что было сейчас? Какой-то громкий звук. О, тачка, смотрите, какие лучи. Как будто масло разлили. Ебать, это звук автомобиля, оказывается. Я думаю, что это такое? Криповато выглядит на лучи кек в Atomic Hearts. Да я чуть не заметил там лучей, на самом деле. А, у меня еще стамина есть. Я не могу просто на шифте бегать бесконечно. Unlucky. Зашли. Там две листовки. Я могу их взять? Найс. 68. 67. Kill the стрелок. Хм. Что это нарисовано? Это график. Понимаю. Не, ну, качественно, качественно, да. Сделано. Все. Здрасте. Добрый день. Я хотел бы вступить к вам в партию. Молодой человек, мы кого попало не принимаем. Пиздец. По вам сразу видно, что вы дрочило какой-то. А у нас таких не любят. Вам нужно хотя бы что-то уметь. Может, вы в юриспруденции разбираетесь, или в конституции шарите, или хотя бы веником в бане можете поработать? Нет? Ну ничего, партийцами не рождаются, партийцами умирают. Мы вам дадим шанс доказать, что вы что-то умеете. Приходите завтра, и мы придумаем для вас что-нибудь. У меня вопрос закрадывается один. А что, в современном геймдеве слишком тяжело реализуется хоть какой-то липсинг? Ну, хоть он просто, чтобы рот открывал. Или такие, ну нахуй его, и особо и надо. Можете хотя бы 140 рублей на пиво занять? На пиво не даем. А больному коту на таблетке? Бедняга дрищит целыми днями. Тот от вас кошачьим говном воняет, любезнейший. И пятна какие-то белые на штанине. Неужто кот зарыгал? Ну ладно, держите. Но только на кота. Пиво сегодня не бухайте. Завтра мы для вас найдем какое-нибудь занятие. Нельзя, чтобы вы с похмелья страдали. Че, нам вакцину от короны, что ли? Поставит. Я всегда был с похмелья, и кота у меня комикс не было. Так что совет я пропустил мимо ушей и пошел за пивом. Пиво. Тес, кто это рисовал? Может быть, сам Илья? Я сомневаюсь, конечно. Приветствуйте, Матс. Хаван, да. Я получил 140 рублей. Вот еще одна Groundman, в котором я не играл, кстати. Таб. Основное задание — купить пиво в магазине. Собран листовок 3 из 70. Хаван звук на вебку писал, но... у него же есть какой-то там крутой микрофон, который он использует. А можно? Да, ясно. Физика отсутствует, короче. А пнуть можно этого чувака? Блин, такой большой кулдаун у боевки, я не знаю. Что пиздец какой-то. Но это пинок. Блок пока не работает. Так. Куда нам? Это наша тачка? Ну. Карта... блять, какой пиздец. Надо тихонечко двигать. Короче, я правильно понял? Ёб твою мать, чуваки, вы не представляете, как это неудобно. Гледанул скилла. Вообще, блять, почему-то... курсор моего персонажа не меняется нихуя. А, во. Типа я иду задом как будто, но это неправда. А это что такое? Просто задание. Это настройки. Охеренный чел. Можно лицо Хавану сесть. Тут нельзя приседать. По крайней мере не вижу ни X, ни Q, ни C не работает. Столовая. Просим посетить наш магазин в продаже товара. Хлеб, водка, печенье, пиво, пряники, маргарин, соки, сыры, фрукты, масло, растительное и другие. Магазин.
Алло? Так, стоп, открыть окно магазина. Доширак. Звук такой, как будто мы на шпильках, да? О, еще листовка ЛТП, кстати. Пушки разные даже подают. Ну, давай. Егоревские товары. Хлеб. Кушать его можно с чем угодно. Сыр, колбаса, паштет, мясные, овощные намазки, рыба, мясо, птица. Подойдет отлично для завтрака яичницы и под бутерброд. Прекрасно дополнит любое первое блюдо в виде супов, а также станет незаменим к ужину. Как когда его кушать, решать вам, ведь мы все питаемся по-разному. А нахуя это как бы описание такое? Яблоко. Наверное, одним из первых фруктов, с которым знакомятся практически все люди с детского возраста в наших широтах, является яблоко. Фрукт весьма распространен и без особых проблем выращивания, при этом не только вкусный, но и полезный. Разумеется, никакие польские и молдавские яблоки не идут в сравнении с нашими отечественными, ведь восковой продукт из газовой камеры, используется для увеличения срока хранения, никогда не сравнится с честным продуктом. Калзан, кстати. Единственное, что скрашивает эти унылые дни. Выпив его, чувствуешь себя намного лучше, восстановляет действие нездоровья. Это то, что нам надо. Дотирак. Интересно, какая на вкус химическая квашеная капуста. Попробуйте дотирак кимчи. А почему здесь затерто, а доширак оставили? Ну, типа дотирак. Это зарегистрированная картинка или что? Мне даже плавают кусочки квашенки. Бульон имеет острый вкус, но не вкус чили, а что-то похожее на морковь по-корейски. Мятный послевкусие. Но нам нужно пиво, окей. Привет, Сережа. Давно ты пиво не покупал? Денег, что ли, заработал? Ебать. Калзан? Ну, это пиво, да. Халзан у нас продается. Привет, Максончикс. Достаточно дерьмового качества вроде как. Здравствуйте. Я в партию сегодня вступил. Деловым человеком пытаюсь стать. Понятно. Ладно. Ну, вали отсюда, мне работать надо. Пиздец. Покинуть магазин. У нас остается 84 рубля еще целых. А имеет смысл вообще это покупать что-то? Или еще пиво взять? Раз это реген ХП. Пока не буду тратить. Опс. На выходе меня ждали местные гопники. Они предложили мне бартер. В обмен на то, что меня не избивает, я отдаю им свое пиво. На такое я пойти не мог. Даже под угрозой лишения анальной девственности я пиво не отдам. Тем более, ее меня лишили в такой же ситуации неделю назад. Короче, я был вынужден драться. Далее. Ты че несешь, пидор? А как драться-то? Получай! Пиздец, я сейчас ёбнусь. Блять, как... Давай, подходи, подходи! Ну, надо ждать кулдауна пинка. Что делать? Да, минус уши, я не могу менять настройки. Петух! А их вообще можно убить, не? На! Паскуда! Жесть. Получай! Блять. Охуенно. Ебать! Я могу бегать так. На! Кстати, не 10 хп регейн. Ты чё несёшь, пи***ь? Получай! Я побежал. Ты ещё френдли. А они что-то говорят? Я просто сконцентрирован, так сказать. А почему блок не работает-то? Я нажимаю правую кнопку мыши на другой бинт, и я что-то неправильно понял. Он сдох? Так, окей, минус один. А можно ли с них денег? Хорошо, что играешь до 22 января. Думаешь, там что-то плохое? Ну, игровой контент разрешен. Великолепная поза, кстати. Присоединяйтесь. Блять, он не сдох. Ну это пиздец какой-то. Ебейшие правила будут. На игровой контент не распространяется. Бокс, киберпанки. Да, кстати, лол. Как так? Только там... Бля, по-моему, я не могу их победить. Надо кого-то одного бить. Вот этого лысого, короче, в белой футболке. Давай!
тварь! Он заблочен! Я нахожу тебя, короче. Сука. Ладно, я бегаю. Ладно, пришлось это ударить. Может, у них тоже регер есть какой-то? Мы просто не знаем об этом. Ебанись. Гениально, великолепно, да. Геймплей на кончиках стима. Пластецкий остался. Забеги в магазин, да они респавнутся стопудово, пошли не нахуй. Как блок-то ставить? Right mouse. Может R на самом деле? Найс, победа. Тот поменял, кстати, позу. ПКМ нихуя не ставится, я не знаю, там. Вернуться домой. Окей. А как-то пушку взять с них, не? Биту там? Нельзя? О, листовка. Давайте возьмем. Осталось еще 65 всего лишь. Что-то сломалось у меня, рухнет? Ты думаешь? Ну а как это починить? Потому что здесь только пинок есть. Ахуй его знает. Блять, а где мой дом-то? А то есть шпильки. Может купить еще пивас? Или нет смысла? Учитывая, что... мы сейчас домой идем, нас по сути должны отрегенить. А то тут голуби гуляют. Не как в киберпанке, да? Видели видос Кропкета? Кстати. Как там пешеходы себя ведут? Туда-сюда гуляют, тупо на маршруту нихуя не делая. Это кто? Это вайфу наша? Там этот самый плакат. Давай посмотрим. Потом можем посмотреть. Нажмите Е, чтобы говорить с Наташкой. А, это ты? Серёж, что ты от меня хочешь? Кто это озвучивал? Я же тебе сказала, пока у тебя машины не будет, можешь ко мне даже не подкатывать. Не подкатывать. Не буду я с лохом, у которого колес нет, мутить. Иди в тандыр проституток разводи. А я пока с Ашотом, владельцем местной палатки с шаурмой, буду встречаться. У него, между прочим, вишневая девятка. Вишневая девятка. Ясно. А где? Может, я разберусь с владельцем палатки? Нет? Тут никого нет. Это ты озвучил Мегубин 6? Круто, круто, молодец. Протекуйся, мне кажется, неплохо получается. Не, ну у нас задача вернуться домой. Пошли домой. Лечь спать. Хорошо. Ложимся. Не как в киберпанке, конечно, ложимся. Поперек. Кота у меня никогда не было. Ачивку дали. Блин, мне хп не отрегенили. Получить задание в офисе ЛДПР. А где деньги-то брать? Это же пиздец как. А как сейвиться? Никак не сейвиться. Отстой. Отстой. Опять в ЛДПР офис идти. Наташка исчезла, кстати. Disappeared. Не, ну я говорю, чистейший киберпанк. Прям никакого отличия почти. А сайд-квесты здесь, интересно, есть? Ну-ка. А что-то я не вижу никаких ни вопросиков, ни одного даже. Ни точек интереса. Жаль. Сейчас опять будут минусуши, чуваки. Будьте готовы. Это снова вы. В воздухе висит запах обмана, молодой человек. Пованиваете колзаном, да так, что после вас придется форточки открывать. Еще, похоже, из пластиковой тары пили. С нее выхлоп жестче. Но мы в бутылке купили, на самом деле, не знаю, чем про пластик. А я ведь говорил, что не надо, что сегодня вам придется с собаками работать. Это будет проверочное задание для вас на вступление в партию. В нашем городе в гаражной зоне завелись бродячие собаки. Уже съели 9 пенсионеров, 5 детей и 3 женщин. Народ начинает беспокоиться, приходит к нам, уже целых 2 жалобы есть.
9 пенсионеров, между прочим. Надо этих собак выгнать. Вот вам палка. Приступайте. Палка. Потом к нам за партийным билетом. И не переживайте за моральную сторону вопроса. Все псы попадают в рай. Ну или в шаурмячную Ашота, после чего их следы навсегда теряются. Но если вам их очень жалко, то вы либо дебил, либо дебил. На этот случай напротив гаражей есть какой-то приют. Можете доебаться до них. Но насколько мне известно от осведомителей, их лавку крышуют люди Ашота. Так что разбираться тут только вам. В общем, мне плевать как, но с собаками вы должны разобраться. А теперь вон отсюда, мне работать надо. Это типа... Это... О, у меня руки появились, действительно. Этот самый... Теперь у нас есть выбор. О, а почему мы еще могли только пинаться? Разобраться с собаками в гаражах или разобраться с людьми Ашота у приюта, чтобы спасти собак? Я могу с собаками разобраться, думаю, это не проблема. Как игра, ну, великолепно, не видишь, что ли? На уровне киберпанка. Кулаки, причем написано. Труба. Ага. Слышь, спасай. Зачем? Так, теперь нужно разобраться, куда нам нужно идти. Сюда? Блять. Чтобы не сдохнуть. Может, пивас купить по пути? Надо каким-то образом отхилиться. У нас последняя бутылка, 85. А голубей пиздить можно? Нет, нельзя. Можно? Нихуя себе. А съесть голубя? Там хп отрегенить. Слушай, да. За что? За убийство голубя? Нихуя. Трипл шот. Так. А больше ничего хп не регенят, да? Ну ладно. Бля, все на последние деньги купил, последнюю бутылку пивас. А может ограбить можно как-то? Вот же куча стоит. Нельзя? Нельзя. Жесть, я. Так что я сделал? Ну, подумаешь. Новые заспавнятся, чуваки, не волнуйтесь. Все в порядке будет. Что за их волнуется? Что-то я нихуя не понимаю эту систему с, со знаками. Кто вообще делал эту карту? Куда мне идти, блять? Это кто вот стоит? Ты кто? Ты просто стоишь? Ой. А! Я пошутил! Блять! Игра окончена. Вы напали на мирного жителя Егорьевска. Это непозволительно для участника либерально-демократической партии. Вас отправили на бутылку. Блять, за что? То есть ударить можно, убивать нельзя. Пиздец. Перезапустить день. Может, я похилюсь? Я нихуя не похилился. Блять, опять идти к Хованскому. Стебенс карту вроде пилил. Ну там понятно, почему она такая. Там что-то молоко какое-то. Егорьевское молоко. Кто-то был Егорьевский, чуваки, вообще. Солнечные лучи. Да-да, RTX. Ты был, и что там? Все точно так же, как здесь? Ты был. Блин, похоже, я один не был. Найс, спидран. С собаками в гаражах. Хм. Блять, надо купить пиво опять по новой. Ну, то есть здесь есть какие-то чекпоинты, если что. Из рофла был, фотореализм в игре сразу заметен. Ой. Ой. А и телепортируется. Забавно выглядит. Так. Бутылка пивасом. Что еще?
с собаками не будет прекрасных диалогов. В смысле? Нам вообще надо понять, докуда я могу дойти-то, на самом деле. Так, карта. Вот, короче, вот я. Что это вот это означает? Иконка, как мне до нее дойти? То есть мне сейчас по прямой вот сюда, это вот, блять. Вот это гаражи, типа. Окей, ладно. Я просто решил проверить, можно ли бить жителя, можно, и за это еще и наказывают тебя. Пиздец какой-то. То есть, когда мы гопников отпиздили, это ничего, а когда... Поликлиника номер 3, кстати. А когда на кого-то напали, так все сразу. Транснефтепродукт. Ой, еще один плакатик. Ой. Листовка? Да, кстати, две листовки. Три листовки. Кстати, к третьей прикреплен, походу, твоя. А что, там живешь прям? Все, обязан купить. Так. Ремонт. А как на крышу залезть? Никак, походу. Ну, не отсюда, по крайней мере. Алло? Нихуя. Киберпанк. Просто так совпало. Я даже не помню, какой я прикреплен номер тебе. Я слышу, что они агрятся. Чуваки, по-моему, собачки нихуя не добрые. Я не знаю, зачем вы хотите, чтобы я их засейвил, типа. Какая-то хуйня. Мне это все напоминает один из первых квестов в вампирах, по-моему. Приют для животных в Егорьевске. Попросить человека Ашота вас пропустить. Слышь ты, мне нужно попасть в приют, пропусти. А, он не озвучен? Что ты сказал, ты меня дерзанул сейчас? А ну иди сюда нахуй, тварь! Пиздец. А ты тоже на меня согрелся, что ли? А ты кто? Пиздец. Паскуда! Нахуя! А почему не разговаривают? Давай, подходи, подходи! Тварь! Блять, они бьют. Мертв позорище, это невозможно просто выиграть. Это пиздец какой-то. Громко, блять, я не могу поменять настройки. Я сейчас опять поменяю, у меня опять нахуй зависит ОБС и все остальное. Она меняет разрешение, у меня улетает ОБС на первый монитор. Когда каждый раз меняешь настройки. Короче, да, великолепный геймдев. Роузик. Четверг пойдешь делать вакцину. Будешь писать отчеты каждые 12 секунд в диске. Заходим. Это ссылка на какой дискорд? Это на мой дискорд? Если нет, то бан, Никро. Ты уже записался? На мой? Ну смотри, да, а то как бы это самое. Блин, я не знаю, давайте я попробую потише сделать. Сейчас, если чуваки все зависнет, то как бы да.